3 октября 2018 года. Иногда в СМИ появляются статьи, и на первый взгляд нам кажется, ну, какая-то более-менее интересная, как бы ни о чем статья, а как информация, ненужный мусор в голове. Но иногда посмотришь на эту статью и думаешь, а ведь она мусор-то мусор, на первый взгляд. А с другой стороны, она говорит о какой-то конспирологической загадке, которую выплескивают одни другим. То есть одна команда другой команде выплескивает такие конспирологические загадки через СМИ на основе совершенно пустой статейки, давайте которую я вам сейчас расскажу, чтобы вы поняли, о каких статьях я вообще говорю, о пустых статьях. Но на самом деле это переговоры, знаете как, точка-точка-тире, азбука Морзе, но на уровне конспирологии. Итак, 28 сентября источник ТАСС дал нам эту информацию, понимаете? Источник ТАСС занимается якобы такими совершенно пустыми делами, как говорить нам о том, у Елизаветы II есть искусственная рука для приветствия публики. Ну не смешно ли, скажите, а? Искусственная рука для приветствия публики. Но что это такое, скажите? Вот это и есть точка-точка-тире азбука Морзе. Дочь королевы Анна в книге «Queen of the World» рассказала, что устройство Елизавете II подарили австралийские студенты. Здесь нужно смотреть, кто чего и как. Австралийские студенты, то есть участвует Австралия. Итак, Лондон, 28 сентября. Королева Великобритании Елизавета II является обладательницей специального приспособления, с помощью которого она в случае усталости может имитировать приветствие публики так, как будто машет ладонью. Об этом сообщила в пятницу на своем сайте газета Daily Mirror. По данным издания, оно представляет собой наполненную плотным материалом перчатку, закрепленную на деревянном рычаге. Ну не абсурд ли, скажите, да? Однако же это нам дает ТАСС, то есть телеграфное агентство Советского Союза, а раньше так называлось, как оно сейчас называется, меня оно мало интересует, но дает такие вот серьезные заметки, как вы видите, для нас с вами. О какой-то искусственной руке, наполненной каким-то материалом, чтобы королева Елизавета могла махать нам с вами своей рукой. С помощью последнего, то есть с помощью вот этой самой фейковой руки, при необходимости можно приводить в движение легким прикосновением, после чего она начнет двигаться из одной стороны в другую, производя тем самым эффект живого приветственного жеста. Но, вероятно, у королевы Елизаветы уже нет сил на то, чтобы приветствие даже помахать рукой. Об этом хотят нам сказать. На страницах книги «Queen of the World» «Королева мира» переводится, на которую ссылается газета, дочь монарха, принцесса Анна, рассказала о том, что устройство Елизавете несколько лет назад преподнесли в качестве шуточного сюрприза австралийские студенты, которые, по словам принцессы, не исключали, что этот презент может показаться королеве излишне дерзким. Однако Елизавете подарок пришелся по душе, и она забрала его с собой в Великобританию. Автор книги Роберт Хардман полагает, что королева отвезла искусственную руку в шотландский замок Балморал, где традиционно проводит летний период. Я не думаю, что она когда-либо использовала его, то есть это самое приспособление, руку, на публике, но я слышал, что оно стало обожаемой семейной шуткой, сообщил автор. Но шутка для дураков, надо вам сказать. Вы поставите себе на стол руку и будете ее дергать, чтобы она вам делала приветствие. Да нет, абсурд, конечно. Здесь опять-таки, смотрите, у нас есть шотландский замок Балморал. С ним что-то связано. Туда отвезли. Королева Великобритании отвезла свою руку. Может быть, ее мощи уже начали ввозить
Туда и отвезли королеву. Сейчас, возможно, ведь королевы нет живых с 2014 года. Возможно, ее из Лондона, где она лежала, отвезли вот в этот замок Балморал. Я хочу сказать вам, что когда умирают особы такого вот высокого звания, то их, как правило, не хоронят, как обычных людей, а вот так, как Ленин у нас в мавзолее, так примерно и с этими особами поступают. 92-летняя королева Великобритании за 66 лет, опять-таки 66, пребывания на троне тысячи раз прибегала к приветствию своих подданных взмахом руки и неустанно продолжает ему следовать. За время мира своего правления она возглавляла в общей сложности 32 страны мира. Это чтобы вы тоже знали, что британской короне подчиняются 32 страны мира. Советский Союз был в том числе. Он точно так же подчинялся британской короне. Но об этом, если вы захотите, мы поговорим позже. Сейчас просто вам даю как факт. Можете возмущаться. Но те, кто не знает, можете возмущаться. Однако же лучше знать, чем не знать. Хотя спите, жители Багдада. В Багдаде все спокойно. Итак, повторю еще раз, что некоторых из 32 стран, которые подчинялись королеве Елизавете, их уже не существует. Советского Союза не существует уже. Каждая страна Содружества наций, признающая Елизавету II своим монархом, именует ее не британской, а своей королевой. В том числе она является королевой Канады и королевой Австралии. То, что мы не знаем многих вещей, это наш минус. То, что нам морочат голову и рассказывают совершенно иное, но это, конечно, тоже нам минус, потому что незнание не освобождает нас от тех законов, которым мы должны подчиняться и следовать. Итак, я вам просто сейчас прочитала заметку, которая на первый взгляд кажется абсолютно пустой, и на нее не нужно обращать никакого внимания. Однако же из нее мы понимаем, что кому-то идет азбука Морзе, кому-то идет и посылается конспирологическая информация о том, что королева Елизавета, ее тело переместили в замок, и что приветствие кто-то будет выполнять сейчас другой. Вот видите, здесь австралийские студенты упоминаются. Значит, Австралия, и она является королевой Австралии. Значит, на Австралии что-то завязано. Ведь не зря приветствие королевы сделали якобы в Австралии. Понимаете, вот всю жизнь она прожила, уже давно ей якобы подарили эту руку, но только сегодня мы об этом узнаем, потому что сегодня настало время, чтобы азбуку Морзе кому-то передали. 66 лет пребывания на троне. Тысячу раз прибегала к приветствию своих подданных взмахом руки. И неустанно продолжает это делать. Конспирологии, однако же, так много. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.